В Хабаровском крае продолжается реализация общероссийского проекта ГИС ЖКХ. Он позволит любому гражданину страны получить на едином портале полную и актуальную информацию о своей управляющей компании, оказываемых услугах, их стоимости, задолженности по оплате, а также произвести коммунальные платежи. Предполагается, что жители края смогут оплачивать коммунальные счета через ГИС ЖКХ уже с июля этого года. Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, в настоящее время в разделе Хабаровского края на ГИС ЖКХ размещено 20% всей необходимой информации. В специальном реестре, куда заносятся все предприятия местной отрасли ЖКХ, уже числится 145 административных органов, 348 организаций, занимающихся управлением многоквартирными домами, а также 92 ресурсоснабжающие компании. В течение следующих 4 месяцев эту работу планируется завершить полностью. Тогда жители Хабаровского края смогут в режиме онлайн полноценно управлять своими коммунальными расчетами. Проект ГИС ЖКХ будет полезен не только населению, но и органам власти, а также бизнесу, пояснила замминистра ЖКХ края Полина Шутова. Например, потенциальные инвесторы смогут с помощью системы узнать о техническом состоянии интересующих их объектов, оценочной стоимости, получить схемы коммуникации и другие данные. Эта информация позволит принимать взвешенные управленческие решения. Напомним, что Хабаровский край одним из первых в стране присоединился к проекту ГИС ЖКХ. В сентябре прошлого года в числе еще 69 субъектов Российской Федерации регион подписал соглашение с федеральными Министерством связи и массовых коммуникаций, Министерством строительства и ЖКХ и Почтой России об опытной эксплуатации единой системы данных в сфере ЖКХ. Это соглашение вступило в силу 1 марта.